Итак, мы в прошлый раз построили подключение к интернету. Сейчас нам нужно сделать следующее. Настроить роутер провайдера. Настроить коммутатор провайдера. Настроить роутер наш, на Донской. Соответственно, чтобы была между ними связь и можно было с роутера выходить в интернет. Дальше на нашем роутере прописать правила для НАТО, чтобы можно было выходить в интернет по предложенным в работе правилам со всей сети. И последний этап, нам нужно сделать NAT так, чтобы извне сети можно было попасть на вебовский сервер, файловый сервер и почтовый сервер. Ну, собственно, начнем с конфигурации нашего маршрутизатора-провайдера. Enable. Значит, сделаем вначале стандартную настройку, а именно доступ 0.4 UTI, паспорт. Все, что у вас раньше делалось. Значит, ну и на консоль подключение. Так, пароль на enable. Циска, опять же. Криптование пароля. И дополнительного пользователя. Админ. Дополнительный пользователь у нас будет работать при условии, если включено new. Ну, вот, собственно, и все. Ctrl-Z, RightMem. Предварительную настройку сделали. Теперь мы должны настроить наши интерфейсы. У нас нулевой интерфейс смотрит сюда. А первый интерфейс смотрит в интернет, а нулевой интерфейс смотрит для подключения нашей сети. Итак, давайте мы conf-t интерфейс F00 подымем его. Дальше мы на этом интерфейсе должны сделать влановский интерфейс. У нас по табличке 4 VLAN выделен на подключение нашей сети. Это провайдер выделил. F004 создали этот интерфейс. Инкапсуляция 4 VLAN будет гнаться по нему. И IP-адрес. Значит, у нас две сети. Это IANA их выделяет, тестовые так называемые сети. Эти тестовые сети можно использовать в разных лабораторных примерах и так далее. Description дадим.
Донска. Донская. Exit. Итак, у нас префикс 28. Первый адрес будет у маршрутизатора провайдера. Второй адрес будет у нашего маршрутизатора. И на нашем маршрутизаторе будет поднят NAT. Ну и интерфейс первый. Интерфейс F01. Поднимаем его. Тут мы простое подключение делаем без всяких VLAN-ов, так что он интернет просто смотрит. Значит, IP-адрес. Это вторая сеть, тестовая сеть. Ну и wildcard mask. На нее description интернет. Запишем. Так, этот коммутатор мы оставляем без всякой конфигурации. Он у нас просто будет как простой коммутатор работает. Но он сам поднял порты. Давайте попробуем пропинговать с какого-нибудь сервера наш с какого-нибудь сервера попробуем пропинговать роутер провайдера. Значит, вот у нас command prompt ipconfig и пингуем пинг 192.0.2.1. Да, пинг проходит, все нормально. Теперь коммутатор провайдера. Ну, тут точно так же первоначальную настройку сделаем. Первоначальная настройка line VTI 0.4. Это доступ по телнету. Вы помните. Password Cisco. Логин. Exit. И консольный порт, чтобы при соединении по консольному кабелю наша Cisco тоже была защищена. И теперь пароль на enable, грубо говоря, рутовый пароль. Cisco. Криптуем пароли и добавляем пользователя админ Cisco. Ctrl-Z, right mem. Вот мы предварительную сделали конфигурацию. Теперь нам нужно порты сконфигурить. У нас порты, значит, это у нас подключено на первый и второй порты. Тут у нас будут транковые порты и тут транковый порт. Соответственно, мы должны на коммутаторе сделать порты транковыми. Conf-t. Интерфейс F01 switchport mod trunk и интерфейс F02 switchport mod trunk. Запишем, посмотрим конфиг. Да, действительно, они транковые порты. Теперь поднимем порт соответствующий. Вот у нас Ethernet 01 на нашем
маршрутизаторе. Итак, enable. Conf-t. Поднимаем первый интерфейс. Интерфейс F01 No Shutdown. И делаем его транковым, вешаем на него интерфейс под определенный VLAN. Интерфейс F014. Ставим на него четвертый VLAN. Ставим IP-адрес 198.51.102.255.255.255.240. Description. Интернет. Сохранили. И чтобы роутер работал нормально, нам нужно прописать еще дефолтный маршрут. IP-root. Conf-t. IP-root. Это сеть 0 с префиксом 0. И она пойдет через 198.51.101. Вот через маршрутизатор провайдера пойдет у нас маршрут по умолчанию. Так, смотрим, что у нас тут на картинке. Вот сеть повешена 198.51.102.28 и 198.51.101.28. Так, давайте попытаемся пропинговать, чтобы проверить, что все нормально. Пинг 198.51.101. Так. Не пробивается. Тут у нас по-моему, это все-таки глюки пакет-трейсера. Значит, сделаем интерфейс VLAN 1, no shutdown. Так, смотрим. Сейчас будем пытаться расшевелить, чтобы сеть заработала. Давайте еще раз проверим конфигурацию провайдера. Значит, Ethernet 0.4.198.51.101. Это внешний. Так, и наш конфигурацию проверим.
Так, шоу. Так, нулевой, второй, третий. Третий. 0,1. 1,4. Капсулин 4. 198, 51, 102. Все правильно. Роутинг прописали. Так. Отсюда пинг 198. 51, 102. Не пропускает у нас коммутатор. Пинг. Давайте проверим еще по портам. Нулевой, все правильно. Думаю, давайте мы отключим этот коммутатор пока и напрямую подключим без него. В этой лабораторной этот коммутатор все равно не участвует. Я думаю, что нужно просто выключить, включить пакет-трейсер. Так, удалили. Это мы много удалили. Вот так вот перекинули. И пинг сделали. Так. Да, пинг пошел. То есть это проблема в реализации коммутатора в пакет-трейсере. Давайте мы пока его в сторону отодвинем и сделаем без него. Он понадобится нам в следующей лабораторной работе, поэтому мы пока не будем на него обращать внимания. Итак, теперь нам нужно настроить пул адресов для NAT. Conf-T, IP NAT, задается пул, название. Значит, в пул мы все адреса пустим, которые есть на этом маршрутизаторе. 198, 51, 102, 198, 51, 114 и маска. 255, 255, 255. 240. И для того, чтобы работать с этим пулом, мы должны сделать access-лист, который в этот пул всунуть. И тогда все будет работать. Давайте мы зададим IP access-list extended NATinet, назовем его. Итак, что у нас входит в этот лист? Дисплейные классы. Remark DK. Мы разрешаем
всем дисплейным классам подключаться к двум хостам. Мы их назвали Яндекс.ру и StudRDN University. Значит, пермит, значит, TCP, по 80-му порту подключаемся. 10.128.3.0 это сеть дисплейных классов. Это у нас обратная маска к хосту 192.0.2.11 по 80-му порту. Ну и то же самое к 12-му по 80-му порту. Дальше кафедры. Кафедры. Мы подключаемся к одному хосту, опять же, по 80-му адресу. TCP разрешаем. Кафедры 10.128.4.0. Обратная маска. Хост 192.0.2.14 по 80-му порту подключились. И для компьютера администратора мы разрешим полный доступ. Ну, соответственно, для сети АЗа мы ничего не разрешаем, поэтому они выхода в интернет не будут иметь. Полный доступ IP с хоста 10.128.6.200 куда угодно. Записали. Давайте посмотрим. У нас должен появиться вот access list NAT и NET. Вот то, что мы ввели, в нем и есть. Теперь поднимем PAT. Значит, это NAT через порты. Он называется Port Address Translation. NAT Overload, в Linux Masquerading, NAPT, большое количество названий, но главный смысл то, что у нас идет привязка по адресу TCP, то есть порт плюс IP-адрес. Итак, IP NAT сайт, список, это NAT и NET, пул, main pool и overload означает, что это, собственно, port address translation. Ну и мы должны пометить, какие интерфейсы у нас будут внутренние, то есть откуда трафик, а какие внешние, то есть куда будет уходить трафик. Итак, интерфейс F0.0.3 IP NAT Insight 101 Insight 102 Insight 103 Insight 104 Insight. И теперь внешний интерфейс Outside Ctrl-Z, RightMem. Все, записали. Давайте посмотрим, заработало ли у нас или нет. Давайте, вот у нас наш администратор.
ipconfig. Так, пропингуем вначале наш роутер. Пинг 198.51.102. Проходит роутер провайдера. Ну а теперь скажем www.yandex.ru. Сейчас. Это недостатки ПК-трейсера. Давайте попробуем мы к Яндекс.ру подключиться по IP-адресу напрямую попробуем. Это 192.0.2.11, по-моему, да? Не проходит. Прошло. Вот да. То есть это проблемы пакет-трейсера. Он долго поднимается. Ну вот мы столкнулись уже. Он никак не мог поднять наш свитч. Ну и вот давайте мы с ДК. Веб-браузер. www.yandex.ru. Давайте. Go. Вот мы вышли. То есть мы настроили NAT и выход в интернет. И теперь последняя часть. Нам нужно выход из интернета в нашу внутреннюю сеть сделать. Для этого мы сделаем следующий трюк. Ну, мы могли бы просто пробрасывать адрес в адрес. Мы пробросим не адрес в адрес, а адрес-порт в адрес-порт. То есть мы пробрасываем будем не IP, а TCP. И разным серверам назначим разные IP-адреса на нашем роутере. Итак, conf-t, www-сервер пробрасываем, IP-NAT. Сайт, статья, IP-NAT, Insight, Source, Static, то есть это у нас статически закрепляется, статический NAT, TCP-адрес, то есть адрес-порт 10.128.0.2 с 80-м портом, соответствует 198.51.102 с 80-м портом. Дальше. Также мы пробрасываем у третьего хоста FTP 20, ну и тут тоже третий 20. Ну и, соответственно, 21. Почтовый сервер тоже будет виден снаружи по SMTP и по POP3. Значит, это у нас почтовый сервер, у нас четвертый адрес. Четвертый SMTP. Внешний тоже будет четвертый. И POP3, 110. Ну и на наш компьютер администратора мы сделаем доступ по RTP. Значит, это у нас хост 128.6.200. RDP это порт 3389. Значит, давайте 10, пусть будет так. 3389. Right, ma'am. Значит, давайте мы тут поставим
Лэптоп. Ethernet 192.0.2.200. Маска правильно. Все подключено. Выключили, включили. И давайте подключим его. Fast Ethernet и сюда Fast Ethernet. Ай, понятно, он у нас находится. Да, нас же физически нужно его поместить в интернет, поэтому-то и не работает. Так, а, вот он где-то вот тут, вот. Это у нас лэптоп. Лэптоп. Вот наш лэптоп external. Вот он. Мы его должны поместить в интернет. Вот так вот. Вот теперь он заработал. Мы совсем забыли, что мы моделируем еще и провода. Пинг 192.0.2. Пинг 192.0.2.1. Вот все. Теперь мы должны уже тут нормально подключиться к нашему веб-браузеру. 198.51.102. Вот мы подключились. Мы можем проверить FTP. FTP 198.51.100 FTP 3. Вот подсоединились. Ну, мы можем, чтобы удобнее было проверять. Так, это я закрою. Вот тут мы на FTP сервисы FTP. У нас Cisco есть. Давайте мы Cisco username и password Cisco. Ну, тут никакие команды-то и не работают. Вот dir сделаю, он вылетит. Значит, ну, мы подсоединяемся. Также вы можете проверить подключение по почтовому серверу и по RDP сами.